сегодня пятнашечка, пушка, и я вот в сидячем положении сегодня передвигаюсь по Гримонде на снежном баге. Вау! Прогноз удачный. Погода шепчет. Около нулевая температура. Вау! Лыжи везут. Серега, конечно, носится на 18-й кушке. Но на этом баге я сижу, прицеплен. Лыжи везут. Шикарно. Положение ног, положение кайта, расторы. Снесет еще. Амортизаторы работают. Так что в таком положении можно ехать очень-очень долго. Снежок у нас сегодня мягкий, поэтому управлять не очень. Притормаживает, а зарезаться надо. Надо зарезаться. Эти лыжи сзади, лыжи спереди. Кайтащит, вау!